Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы с вами отправимся в мир аниматроников, в игру под названием «5 ночей с Фредди Into the Pit». Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну, баланс, пожалуй, да? Пролог? Это необычная для серии игра, она 2D-шная, и будет интересно посмотреть. Освальд, Бара. Мы играем за фаната аниматроников? Он их рисует, они ему нравятся. А больше некуда пойти. Поначалу пицца казалась вкусной, но хочется чего-то нового. Да будет тебе, Ос. Пиццерия Джеффа далеко не самое худшее место. Каждый день лета похож на предыдущие. Я прихожу, беру пиццу, несколько часов глазею на желтые стены, покрытые жиром, а потом жду, пока ты меня заберешь. В чем тут веселье? Я уже даже рад, что завтра вернусь в школу, потому что приходить сюда буду только по выходным. Кстати, об изменениях. Готов поспорить, что тот опоссум все еще лежит на углу у светофора. Думаешь? Давай заключим пари. Если эта тварь еще там, с меня дополнительный доллар на еще один кусочек пиццы. Хорошо. Ура, бесконечная пицца. А вот мы и приехали. Оу. Все еще там? Все еще мертв. Бедняга опоссум. Опоссумы очень милые, и жалко его. Все наладится, Ос. Да понятно, куда уж хуже. Вот это правильно. Он меня на ночь тут оставляет? Что я за отец такой, что не могу порадовать его, не говоря уже о том, чтобы купить ему что-то помимо пиццы. Прости, что все так получилось, Освальд. Пап, мы опять опоздали. Помнишь, как раньше это было самым крутым местом? А то! Мои родители постоянно возили меня сюда. Я до сих пор помню, как играла в бассейне с шариками и заразилась лишаем. Фу, видимо, поэтому здесь все еще ограждение. Ну и потому что, ну ты знаешь. Хм, секретный бассейн с шариками? Так, двигаться я могу. Бежать тоже могу. Карта, у нас есть карта. Зал, кафе, закулисье, подвал, вход, холл для вечеринок, бассейн с шариками. Он справа. Пойдем мы к бассейну с шариками. Давай больше не будем разговаривать об этом отвратительном бассейне из шариков. Так, они повторяют одно и то же. И если я правильно понял карту, а я, наверное, правильно ее понял, вход в бассейн должен быть где-то тут. Но сперва... Закулисье? Не знаю, зачем здесь сцена, ведь тут никогда не выступали никакие группы. Так, а мне точно хочется сюда идти? Никогда не видел, чтобы Джефф пользовался этим. Отсюда и все пятна на полу. Ну, швабра? Эта лужа здесь уже очень давно. Надеюсь, моя обувь не промокнет. Заперто. В любом случае, вряд ли там бассейн с шариками. Нет, мне просто хотелось заглянуть сюда и посмотреть, что тут есть. Я б не устоял. Закулисье звучит интересно. Как будто там что-то секретное может быть. Ого, он и вправду существует. Выглядит немного мерзко. Но интересно, что будет делать отец, если я спрячусь и пропаду на некоторое время? Может, так он поймет, что не стоит оставлять меня одного в таком стрёмном месте на весь день? Спрятаться в бассейне. А, что же ты делаешь такое? Павучары! Я ожидал увидеть кого угодно, но только не пауков. Надеюсь, что не подцеплю здесь конъюнктивит. Ну, идея была, наверное, не очень хорошая. Вау, тусовка! Что? Какого? Мы как будто в прошлое перенеслись. Тут лютая туса. Эти персонажи похожи на тех, которых я рисовал.
А я думал, он с ними знаком, но, видимо, он не... Они ему приснились? Папа сказал, что мы потом поедем смотреть кино. Офигеть, а что будете смотреть? Не знаю, что-то про людей, которые охотятся на привидений. Не помню название. А, я видел этот фильм на той неделе. Следи за слизью. Мы правда в прошлом, потому что охотники за привидениями — это старый фильм. Это место шикарное. Хочу остаться здесь навсегда. Так, ну, давайте выйдем. Тусовка тысячелетия просто тут идет. Мама сказала, что нельзя танцевать после стольких кусков съеденной пиццы. Но это же вечеринка. Что может случиться? Урчание в животе. Ой, наверное, мне стоит немного посидеть. А вот и аниматроники. Здорово, Фредди и все остальные. Чика, кто там третья? Я не сильно знаком со вселенной, так что подсказывайте мне, если что. Бурый медведь, розовый кролик и какая-то птичка. Жутко, но всем, похоже, нравится. Ну, они и правда классно зажигают. Бонни лучше, как думаешь, он принимает заявки? Да, Бонни — это заяц. Чика — это курица. Ну и Фредди, конечно, очевидно. 25 центов за конфету? Я могу жить на конфетах всю свою жизнь. Маме только это не понравится. Я тоже хочу пиццы. Нужно больше жетонов. Мои потерялись в бассейне с шариками. Опа. Надо будет поискать там жетоны в бассейне. Дверь заперта. И эта дверь, похоже, ведет на кухню, да? Да, она заперта. На карте это даже отобразилось. Эй, чувак, крутой шмот. Никогда не видел такой прикид. Спасибо. Мне нравится твоя футболка «Будущее прошлого». Это мой любимый старый фильм. Старый? О чем ты? Он вышел всего 3 недели назад. Забей, он просто прикалывается. Меня зовут Майк, а это Чип. Как тебя зовут? Меня зовут Освальд. Освальд? Как волшебника. Волшебника? Из страны Оз. А, да, да, я смотрел этот фильм. Мои родители зовут меня Оз. Думаю, оттуда они и взяли мое имя. Почему мы не видели тебя раньше, Оз? Это хороший вопрос. Ха, ты забавный. Новеньким быть неплохо, Оз. Благодаря новой фабрике в город съезжаются новые люди. Новый? Абсолютно новый. Мой отец работает там. Отец Майка тоже. Уверен, твой отец тоже устроился туда. Что? Но... Чип, слушай, ты совсем загрузил новенького. Дай ему освоиться. Ос, хочешь поиграть с нами в пиццароллер? Звучит интересно, но не думаю, что мне место именно здесь. А где же тогда? Что? Да ладно тебе! Я хочу поболтать с тобой еще о фильмах. Решено. Пошли с нами в зал игровых автоматов. Так. Не понимаю, что происходит, но... Думаю, я могу немного потусить здесь. Лучше, чем прятаться в этом мерзком бассейне. Да и непонятно, во сколько приедет отец. Так, если Фредди сейчас на сцене... То кто... выглядывал из-за двери? Пицца, пицца, пицца! Никто так и не поделился со мной пиццей. Это отстой! Ого, пицца очень даже ничего. Дайте попробовать. Этот ребенок ест пиццу со вкусом макарон с кетчупом. Фу, я всегда за развитие вкусов пиццы, но это уже перебор. Видимо, тебе никогда не попадалась пицца с ананасами. Ананас! В пицце. О боги! Кстати, норм. Вообще-то норм. Пойдет. А вот это место уже выглядит не таким ярким. Оно заброшено. Купон на пиратскую вечеринку Фокси. Отлично. Пицца. Газировка со вкусом пиццы? Даже не хочу представлять этот вкус. Так. Зал игровых автоматов. А вот и он. Смотрите, мы уже здесь. Ты смотрел Зандреликс? А Зандреликс против Мег Зандреликса? Смотрел ли я?
Да я обожаю Зандреликса. Так и знал, у парня есть вкус. Наконец-то кто-то обожающий классику. Ост, ты когда-нибудь играл в пиццароллер? Нет, но я видел что-то похожее. Это самая последняя и лучшая модель от Фазбера. Так что я не удивлен, у нас тут эксклюзив. А что за Фазбер? А чувак не знает о Фазбере? Так как будто ты с другой планеты. Вот, бери шар, и мы покажем тебе, как играть. Сначала ты будешь против меня, я буду поддаваться. Возможно. Так, что я должен делать? Итак, задача заключается в том, чтобы набрать как можно больше очков, запуская шары в кольца. На конце есть рампа, которая запускает твой шар, так что нужно управлять скоростью. Зацени! А, я запустил шар, я попал. Выпендрежник! Ос, попробуй! А так это я сейчас стрелял вообще-то. А, надо второй раз нажать. А? Ого, новичкам везет. Моя очередь. Ого, Майк, да ты хорош в этом. Майк лучше в городе, даже слишком хорош, на мой взгляд. Не то чтобы я прям старался, я просто застрял здесь на все лето, пока мои родители работают. Но как только мы все вернемся в школу, я потеряю навыки. Ну, почти. Вот так. Ну, я почти победил. Да нечестно, эй! Школу? Ты тоже ходишь в школу Вестбрука? Конечно, здесь только она и есть. Да, в прошлый раз хватало этой мощности. Чё за подстава? Ладно, погнали. Так его невозможно выиграть. Это невозможно. О, ну почти. Ха, все еще не побежденные. Чувак, ты мог бы быть полегче с новеньким. Зато в следующий раз у него будет мотивация стать лучше. Как насчет игры в салки вместо этого? Давай, так мы сможем показать это место Озу. Да, давайте. Круто, я начну. Готовьтесь убегать. Так. А, убегать? Я побежал. Заперто. Эй, подстава, а куда бежать? Не, я попробую, конечно. Сюда, например. И где-нибудь я спрячусь. В бассейне? Не попасться. А где можно сховаться? Я же даже не знаю. Не! Не поймаешь. Это же он прибежал. Открыто? Нет! Поймал! Блин, я думал, он не успеет. Ну, я был хорош. Я убегал довольно долго. Ох, сегодня здесь много людей. Похоже, мне не убежать от тебя, Чип. Возможно, ты прав. Все хотят наиграться до школы. Ха. Может, тогда поиграем в прятки? В этом я хорош. Давай. Найти, куда спрятаться. Ну, я уж не знаю. Побегу куда-нибудь сюда. А тут нельзя спрятаться, нет? Ладно. Тут у нас зал за стойку? Нет, не получится. Давайте попробуем сюда. Нужно осмотреться. Так. Вентиляцию? Ну вот, отличное место. Меня не видно. Все, я в домике. Это сработает, интересно, или нет? Или нужно именно найти место, куда он залезет, или просто постоять, подождать? В прошлый раз он просто прибежал. И было окей. Ладно. Не, за стойку спрятаться не выходит. Забронируйте комнату для вашей следующей вечеринки, ясно. Ну, тогда побежали сюда. За автоматом? Интересно, сколько потребуется билетов, чтобы получить купон? Мне нужно какое-то конкретное место найти или вообще плевать? Если бы у меня был купон, я бы поменял его на призы. Такое ретро. А вот это выглядит жутко. Вот это выглядит реально жутко. Оу. О, пустой костюм. Уверен, они никогда не будут тут смотреть.
А это точно хорошая идея залезать в костюм Фредди? Закрыто. Ладно, а где мы вообще? В кладовой. Ну, была не была. Июнь 1985-го? Прямо как в том фильме. Я слышу шаги, надо спрятаться. Ну, панорамная камера. Здорово! Индикатор показывает, сколько шума вы создаете. Ох, надеюсь, Майк не слышал. Сначала нужно спрятаться. Допустим, вентиляции. Хорошее место, я сам там хотел спрятаться. Ха, неплохо, но я услышал тебя, Чип. Ну и ладно, ты уже нашел Оза? Пока нет, он не шумит в отличие от тебя. Что ж, может я найду его первым? Не найдете, я в костюме. Хе, они никогда не найдут меня. Нет, нет, нет. Оу. А вот это уже не хо... Это уже нехорошо. Не дышать, не дышать. Да... Это что еще вообще такое было? Хорошо, что меня не заметили. Видимо, здесь лучше не находиться. Что происходит? Там что-то... Скорее, хватайте детей! Что творится? Эй-эй-эй! Есть тут кто-нибудь? Чип, Майк! Черт, нет смысла кричать. Слишком многие кричат вместе со мной. Где они? Может, они знают, что происходит? Что-то мешает. Мне точно стоит выходить отсюда? Не поддается. Ладно, бегать я не буду, буду двигаться максимально медленно и аккуратно. Напоминает эти пазлы с перемещением. Не поддается. Здесь было написано, что мне нужен игровой жетон для игры. Интересно, где его можно найти? Я бы одел маску и, возможно, сошел бы за своего. И на меня бы не напали. Отец рассказывал, что в моем возрасте обожал эту игру. Выглядит забавно. Но там морда сверху прямо жуткая на этом автомате. Со злыми глазами она всегда такой была. И здесь тоже жуткая морда. Все стало каким-то очень страшным и злым. Так, но если все бегут оттуда, пожалуй, туда идти не нужно. Мне теперь стоит просто уйти? Не думаю, что это как-то связано с вечеринкой. Так. Ну, больше меня никуда не пускают. Если оттуда все бегут, там что-то страшное. Почему я туда иду? Я лучше под столом посижу, и нормально мне будет. Но прятаться пока не от кого. Радио. Не бегать. Не кричать. А все бегают и кричат, они нарушают правила. Эй. Эй! Нет, 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 я не пойду за тобой, не надо звать меня. Он просит меня следовать за ним? Может, у него Чип и Майк? Холод для вечеринок. Это в комнату для вечеринок нужно идти? Но он, если бы хотел напасть, напал бы сразу, да?
Если бы он хотел напасть, он напал бы сразу. Скорее всего. Воу! Бежать! Бежать, 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 бежать! Там куча тел, куча трупов. И я знаю, куда я спрячусь. Открывай. Не поддается. Куда бежать? Дверь заперта. Ладно. Я попробую. Надо заранее понять... А, сюда надо бежать. Нужно... Я просто перепутал двери. Я думал... Хотя она закрытая. Под столом тут можно спрятаться под каким-то или нет? Да, под столом спрячемся. Все. Я буду от него убегать и спрячусь под этим столом. Больше деваться некуда. И нужно быстро реагировать. Здрасте. Побежали. Не... Бежи, 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 беги, не останавливайся. Спрятаться. Нет. Нет, не заглядывай. Он не увидел меня и не услышал. Значит, все хорошо. В принципе, все нормально. Он ушел? Нужно выбираться отсюда. Надеюсь, Чип и Майк в порядке. Проверим, что в этой комнате. Я не могу туда зайти. Забавно, но я не могу туда зайти. Реально. Ладно. Дверь заперта. А почему я не могу туда зайти? Комната для вечеринок. Там вечеринка, которая без меня идет. Я тоже хочу на вечеринку. Заперта. Заперта. Сбежать. Ну, если цель сбежать, давайте направляться к выходу. Тихо, спокойно, идем на выход. Выход был слева, оттуда все убегали. А, все-таки нужно их найти, да? Хоть задача и сбежать, но мы все равно должны кого-то искать. Как-то это похоже на подставу. Я не хочу никого искать. Я их знаю буквально одну минуту. Я хочу сам выжить. Ой-ой-ой. А, тут они стоят нормально. Да, они немного заглючили, но... Что случилось? Они не агрессивные. Именно эти. Быстрей. Ай. Все нормально. Вот он. Освальд, о чем ты только думал, прячась в этом мерзком старье? Ты не слышал, как я зову тебя? Ай! Папа, папа, нет! Нет, нет, нет! Давай, давай, батя, батя, вылазай! Вылазай оттуда, отец! Выкарабкивайся! Что это было? Папа, ты в порядке? В него вселился дух! Доброй ночи, ребята! Стоп, Джефф, мне кажется, что с папой что-то случилось. Ха. Да вроде он в порядке, ты, видимо, пыли нанюхался. Отправляйся домой и отдохни. Подожди. Дом Освальда, ночь первая. И на этом, друзья,
мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.